Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Жалостников Денис. Сегодня я нахожусь на межрегиональной строительной выставке «Воронеж Билд». Я являюсь региональным представителем датской компании «Велюкс» в Центральном Черноземном регионе. Сегодня мы здесь находимся совместно с нашим официальным дилером в городе Воронеже, компанией «Теплокров Воронеж». Хотелось бы несколько слов сказать о таком продукте, как мансардное окно. Я бы хотел обратить ваше внимание на три основных аспекта. Это для чего вообще клиенту нужно мансардное окно, почему в этом году наша компания на рынок вывела уже новое поколение, 22-е поколение мансардных окон, ну и какие основные базовые характеристики в них заложены, которые важны нашему клиенту. Итак, компания «Велюкс» – это компания, которая придумала и изобрела мансардное окно. Это произошло в далеком 1942 году. И на сегодняшний день компания имеет 11 производств и 40 представительств по всему миру. Итак, почему же на сегодняшний день наша продукция действительно востребована для каждого клиента? В первую очередь нужно сказать, что человеку, который строит себе дом и хочет сделать себе потрясающую роскошную мансарду, безусловно, там должно быть достаточно света и свежего воздуха. И на это и направлен наш продукт. Это решение, которое позволяет эффективно осветить мансардное помещение, сделать интерьер уникальным, добиться отличного проветривания в мансардном помещении. Конечно, существуют различные типы и другого освещения мансарды. Какие? Это с помощью фронтонных окон, с помощью скворечников. Но эволюция мансарды развивалась именно таким образом, что такого освещения было недостаточно. Это легко понять и представить, ведь если вы в мансарде, ну скажем, 10 на 8, да, 160 квадратных метров, в простой двускатной крыше поставите два фронтонных окна, конечно, два окна не могут осветить это помещение в течение светового дня. Поэтому и выходит на первый план использование такой вещи, как мансардное окно. Итак, скажу еще раз, что мансардное окно позволяет сделать уникальным интерьер, сделать поистине изюминку в доме наших дорогих клиентов. Ну а теперь следует сказать о том, почему же пришло время в такой непростой год, 2016 в экономическом плане, ввести новое поколение окон на наш российский рынок. 3 года назад Европа перешла на новое поколение окон «Велюкс», но мы сознательно взяли паузу на 3 года, чтобы доработать эти модели для российского рынка. Доработка касалась двух базовых вещей. Это то, чтобы мы могли предоставить доступную цену нашим клиентам, с одной стороны, и с другой стороны, та продукция, которая устанавливается в нашем российском климате, она должна быть максимально защищена от погодных и экстремальных воздействий. Нам этого удалось добиться, и сейчас я с гордостью вам представляю новое поколение мансардных окон «Велюкс» в России. Новое поколение... Действительно, мы смогли найти тот баланс цены и надежности. Что касается надежности, здесь нужно сказать о новых технологиях, которые мы используем. Это больше защита именно в нижней части окна. Эта технология называется «Снег плюс», которая не дает происходить промерзанию окна в нижней части. Что еще бросается в глаза, что новые окна имеют большую площадь остекления. Площадь остекления выросла на 10%. И третью очень важную вещь, которую мы заложили в новом поколении окон, это больше выбор для наших клиентов. Выбор касается многих аспектов. Это и типа открывания. У нас есть как верхнее открывание, так и нижнее открывание. Сейчас нижнее открывание есть практически во всех размерах окон и во всех сегментах. Про проще выбор также нужно сказать, что мы понимаем, что клиенты делятся на эконом, комфорт и премиум. И сейчас наши модели вот как раз и подогнаны под вот эти вот 3 класса наших клиентов. У нас есть модели для тех, для кого цена на первом месте, для тех, кто хочет что-то среднее, для кого важен баланс цены и качества, и для премиальных наших клиентов.
Еще раз обращу ваше внимание, что выбирая продукцию Velux, вы можете быть убеждены, что вы нашли именно тот баланс цены и качества, который вам нужен. Каждый наш клиент сможет по своему бюджету, по своему запросу найти ту продукцию, которая ему нужна. Отдельно хотелось бы сказать большое спасибо компании «Теплокров» за предоставленную возможность нам представить наш новый продукт на этой строительной выставке. Спасибо.